Есть на земле большая страна, на страны поменьше распадется она, богатство природы, широкий край, все загребет Китай. Эх, вздет пришла родная моя, от мужа машинка стиральная, сам муж, к сожалению, не пришел, по крайней мере, весь рай. Здесь в регионах нечего есть, здесь преступлений военных не счесть, здесь мирное небо над головой, а в Белгороде, ой. Слышишь, мы же не знаем всех тонкостей, что ты начинаешь? Та-та-та-ра-ра-ра. Путин копирует Гитлера, но нету пока еще лагерей, на печи денег нет. Эй! Здесь я родился, здесь пригожусь, за Путина в танке я взорвусь, сожгу украинцев любимый дом и всех, кто будет в нем. Фейк! Здесь пришла родная моя, от мужа машинка стиральная, сам муж, к сожалению, не пришел, зато есть 10 тысяч. Перцы! В бункере Путин опять грустит и в ванну из крови слеза летит, как жаль, развалился СССР, остался лишь СС. Хай! Славься, родная моя, новая русская свастика, на красный крест мы наклеили зет, фашистский лазарет. Да! Будущее нашей нации, 100 лет платить репарации и быть нашим детям нищими, но Путин молодец. Хай! Фашистскую форму я наряжусь, по площади красной в ней пройдусь, и Путин со мною хотел бы так, но ботокс не дает встать. Славься, родная моя, всеобщая мобилизация, мы всем тут оружие раздадим, чё будет, поглядим. Славься, родная моя, русская мама анархия, в кого же люди пойдут стрелять? Попробуй угадать. Как жаль, мы не видим все тонкости и то, что Россия в пропасти. Какой же для нас это будет сюрприз, что Путин террорист. Капец. Здесь пришла родная моя, от мужа машинка стиральная, а также пришел халявный айпад, и Путин очень рад. Ура!